Сергей Лукьянов вернулся из кругосветки совсем другим человеком. Это его личное признание. 60-летний мужчина почти весь путь преодолел пешком, с рюкзаком за плечами. С собой он взял только самое необходимое. Ну, в основном спальник. Спальник, хороший спальник. Два спальника, и все, один в один вставляется. Это основное. И все, практически это все. Там же остальное, там кока-кола, там еды немножко. Добавляешь всякие телефоны, зарядки. Вот они тоже весят много. Вот, как вот вашу камеру положить, там она сразу бац, и сразу 18 килограмм есть. К путешествию Сергей подошел на уровне. Он профессионально занимался ходьбой, любил турпоходы. В кругосветку отправился 1 апреля позапрошлого года. Это оказалось не шуткой. Самые яркие впечатления получил, кстати, по его же словам, не от увиденных стран, а от людей. И даже иногда не владея местными языками, он сумел о многом поговорить с новыми знакомыми. На языке на русском и чисто на английском yes и no. Все. Вот. И так нормально этого хватало всего. Некоторые туда, но, дойти, но. Вот. Так вот, да, по-разному. Некоторые так это. А и больше ходили. О, вокруг земли. Мы и больше ходили тут. Вот. Такие тоже бывали. Вот. Официально закончится путешествие, по словам Сергея, только когда он переступит порог дома и окажется в кругу родных. Кстати, за время двухлетнего отсутствия в семье Лукьянова случилось пополнение, родилась внучка. Некоторое время мужчина собирается провести дома, а потом можно, в принципе, снова в путь собираться.